вечер, наши маленькие друзья. Сегодня мы познакомимся со сказкой для самых маленьких наших друзей. Эта сказка написана французским писателем Шарлем Перро. Смотрите, какая книжка красивая. Большая книга сказок называется. Здесь много разных сказок, которые вы знаете. Но мы сегодня с вами почитаем сказку, которая называется «Спящая красавица». Жили-были король с королевой, и не было у них детей. Это их так огорчало, что и рассказать нельзя. Пили они всевозможные снадобья, давали обеты, но ничего им не помогало. И все же настала пора, когда их мечта сбылась. Королева родила дочь. Какой большой праздник устроили в честь ее рождения. В крестные матери позвали все 7 волшебниц, которые жили в королевстве. Для того, чтобы по старинному обычаю каждая из них одарила маленькую принцессу каким-нибудь замечательным качеством. Окрестив принцессу, все возвратились в королевский дворец, где для волшебниц приготовили роскошное угощение. К прибору каждой из них положили великолепный ларец из чистого золота, в котором находились ложка, вилка и ножик, усыпанные бриллиантами и рубинами. Все уже садились за стол, как вдруг в зал вошла старая колдунья, которую не пригласили на праздник, потому что она уже больше 50 лет не показывалась из своей башни. И все считали, что она или умерла, или погрузилась в волшебный сон. Король приказал поставить приборы для нее, но для нее не хватило ларца из чистого золота, потому что таких ларцов заказали всего лишь 7 по числу 7 приглашенных крестных. Старая колдунья решила, что над ней просто насмехаются, и что-то злобно проворчало сквозь зубы. Одна из молодых волшебниц, сидевшая возле старухи, услышала ее бормотание. Опасаясь, что колдунья может пожелать маленькой принцессе что-нибудь плохое, тотчас же после обеда она спряталась за пологом кровати, решив говорить после всех, и если колдунья сотворит зло, по возможности его исправить. Скоро волшебницы начали говорить свои пожелания принцессе. Самая младшая пообещала, что королева будет красивее всех на свете. Вторая, что она будет умна, как ангел. Третье, что она будет мастерица на все руки. Четвертое, что она будет отлично танцевать. Пятое, что голос у принцессы будет звонкий, точно у соловья. А шестая, что она с большим искусством будет играть на всех музыкальных инструментах. Когда пришел черед старой колдуньи, та затрясла головою больше от злости, чем от старости, и сказала, что принцесса уколет себя в руку веретеном и от этого умрет. От такого ужасного предсказания все гости затрепетали
и никто не мог удержаться от слез. Но тут молодая волшебница вышла из-за занавесок и громко произнесла: «Успокойтесь, король с королевой! Правда, не в моей власти совсем отменить то, что предсказала старая колдунья, принцесса уколет себе руку веретеном. Но она не умрет от этого, а только заснет глубоким сном, который продлится 100 лет. Тогда придет молодой принц и разбудит ее». Однако это обещание не смогло совсем успокоить короля. Он сейчас же издал указ, которым под страхом смертной казни запретил всем в королевстве пользоваться веретеном или даже просто держать веретено у себя в доме. 15 лет спустя король с королевой поехали в свой загородный замок. Там принцесса, бегая по комнатам, однажды забежала в каморку под самой крышей, где увидела сидящую старушонку. Та крутила веретено. Эта добрая старушка и слыхом не слыхивала о королевском запрете. «Что ты делаешь, бабушка?» – спросила принцесса. «Приду, дитятка», – отвечала старушка, которая ее не знала. «Ах, как это славно!» — сказала принцесса. «Как же ты это делаешь? Дай-ка посмотреть, может быть, и я тоже сумею». Но как только принцесса дотронулась до веретена, так сразу же уколола им пальчик и упала без чувств. Старушонка испугалась и принялась звать на помощь. Со всех сторон сбежались люди, стали брызгать принцессе в лицо водою, расшнуровывать платье, тереть ей виски. Нет, принцесса не приходила в себя. Тогда король, который тоже прибежал на шум, вспомнил пророчество волшебниц и увидел, что судьбы не минуешь. Приказал положить принцессу в самом лучшем покое дворца на кровать и спорчи золота и серебра. Спящая принцесса была прекрасна. Щеки ее алели, а губы были красными, как кораллы. И хотя ее глаза были закрыты, слышно было, что королевна тихонько дышит. Король приказал не тревожить сон принцессы, пока не придет и ее час проснуться. Когда с принцессой приключилась эта беда, добрая волшебница, та, что спасла ей жизнь, заменив смерть столетним сном, находилась очень далеко оттуда, в другом царстве. Но ей сию же минуту принес известие о несчастье карлик в 7-мильных сапогах. Волшебница тотчас пустилась в дорогу и через час приехала в замок на огненной колеснице, запряженной драконами. Волшебница одобрила все распоряжения короля, но рассудила, что, проснувшись через 100 лет, принцесса будет очень недовольна, если увидит себя одну, одинешеньку в старом замке. Поэтому волшебница сделала вот что. Она коснулась своей волшебной палочкой всех, кто находился в замке, кроме короля с королевой, стацдам, фрейлин, горничных, придворных, офицеров, дворецких, поваров и поварят, гвардейцев, швейцарцев, пажей, камерлакеев, лошадей в конюшне с конюхами, больших дворцовых собак и маленькой собачки принцессы, которая лежала возле нее на кровати. И при этом прикосновении все тотчас заснули и должны были проснуться через 100 лет вместе со своей госпожой и служить ей по-прежнему. Даже вертелы в печи, унизанные куропатками и фазанами,
и те заснули. Сама Ворю и тот погрузился в сон. Тогда король с королевой, расцеловав свою милую спящую дочь, вышли из замка и приказали, чтоб никто не смел подходить к нему близко. Впрочем, это и не нужно было приказывать, ибо через четверть часа вокруг замка выросло столько больших и маленьких деревьев, столько перепутанных между собой кустов шиповника и терновника, что ни человек, ни зверь не могли бы сквозь них пробраться. Замок совсем спрятался за этим лесом, и лишь издалека виднелись только самые верхушки башен. И все это устроило даже добрая волшебница, чтобы сон принцессы не тревожили ни звери, ни птицы, ни случайные путники. Прошло 100 лет. И сын короля, который правил теперь королевством и происходил из другого рода, охотился в этой стороне и, увидав из-за густого леса верхушки башен, спросил свою свиту, что это такое. Ему отвечали по-разному. Один говорил, что это старый замок, где водится нечистая сила. Другой уверял, что здесь ведьма устраивает свои праздники. Принц не знал, чему верить, но вдруг к нему подошел старый крестьянин и сказал: «Принц, уже более 50 лет прошло с тех пор, как слышал я от своего отца о том, что в этом замке лежит принцесса дивной красоты, что будет она спать непробудным сном 100 лет, пока не разбудит ее молодой принц». От этих слов сердце принца разгорелось. Подумалось ему, что он-то и должен решить судьбу принцессы. И жаждой любви и славы он захотел сейчас же попытать счастье. Как только он подошел к лесу, все большие деревья, шиповник и терновник сами раздвинулись, давая ему дорогу. Он направился к замку, который виднелся в конце большой аллеи, открывавшейся перед ним. Но, к удивлению принца, никто из свиты не мог последовать за ним, ибо как только он прошел, деревья сразу же сомкнулись за его спиной по-прежнему. Однако он продолжал идти вперед, ведь молодые волшебные принцы ничего не боятся. Скоро добрался он до большого двора, где его взору предстала печальная картина. Везде тишина, везде лежат люди и животные. Однако, приглядевшись к лицам швейцаров, принц догадался, что они не умерли, а только уснули. И не совсем опорожненные стаканы с вином доказывали, что заснули они за чавкой. Оттуда принц пошел во второй двор, выложенный мрамором, поднялся по лестнице, вошел в караульный зал, где в 2 ряда выстроились спящие гвардейцы с ружьями на плечах. Прошел он множество комнат, где лежа и стоя спали придворные королевы и дамы. Наконец вступил в позолоченный покой и увидел на кровати с отдернутым пологом прекраснейшее зрелище. Принцессу 15 лет ослепительной небесной красоты. Принц приблизился в смущении и, любуясь, стал возле девушки на колени. В эту самую минуту чаром злой колдуньи пришел конец. Принцесса вдруг проснулась и, устремив на принца такой ласковый взор, какого нельзя бы и ожидать от первой встречи, сказала: «Это вы, принц, как же долго я вас ждала!» В восхищении принц не знал, как выразить свою радость и благодарность. Речи его были бессвязны, оттого они и пришлись принцессе по сердцу,
Чем меньше красивых слов, тем больше любви. Так или иначе, долго-долго говорили они между собой, а не высказали и половины того, что было у них на сердце. Тем временем все во дворе очнулись вместе с принцессой и принялись за свои дела. Старшая стацдама доложила принцессе, что обед готов, а после обеда, чтобы не терять времени, старший капеллан обвенчал принца и принцессу в дворцовой церкви. На следующий день принц простился с принцессой и возвратился домой, а отцу сказал, что заблудился на охоте и ночевал в избушке угольщика. С тех пор принц каждый день говорил королю, что едет на охоту, а сам отправлялся к своей молодой жене. Так принц прожил целых 2 года, и вскоре у него и принцессы родились 2 детей. Старшего ребенка дочь назвали Ясной Зарею, а младшего сына Светлым Днем. Однако через некоторое время королева заподозрила, что сын ее ездит вовсе не на охоту, а к своей возлюбленной. Королева спросила об этом принца, но он не смел открыть ей свою тайну. Королевич боялся, потому что мать его происходила из семьи людоедов, а король взял ее в жены только из-за ее несметных богатств. Целых 2 года принц никак не решался рассказать королю с королевой о своей жене. Но через 2 года старый король умер, принц зашел на престол и объявил всем о своей женитьбе. Вскоре молодой король пошел войною на соседа своего царя Канталуна. Отправляясь в поход править государством, он поручил старой королеве, а заодно попросил ее присмотреть за его супругой и за детьми. В походе молодой король должен был провести все лето. Как только он уехал, старая королева тотчас отослала невестку и детей в загородный дом посреди дремучего леса. Через несколько дней она и сама явилась туда и однажды вечером отдала повару такое приказание: «Завтра подай мне на обед ясную зорьку». «Ах, как можно!» — вскричал повар в ужасе. «И слышать не желаю», — отвечала старая королева. Бедный повар, видя, что с королевой шутки плохи, взял большой кухонный нож и пошел в комнату ясной зорьки. Но увидев прекрасную девочку, повар заплакал, выронил из рук нож, отправился на скотный двор, зарезал барашка и подал его под таким чудесным соусом, что, по словам старой королевы, ей в жизни не доводилось есть ничего вкуснее. Ясную же зорьку повар решил спрятать в своей каморке. Через неделю злая королева опять позвала повара: «Хочу скушать за ужином светлого дня». Повар промолчал, но решил обмануть ее, как и в первый раз. Он спрятал мальчика, а вместо него отдал королеве маленького козленка, мясо которого та нашла удивительно вкусным. День шел за днем, и однажды вечером злая королева опять вызвала повара: «А подай-ка ты мне саму молодую королеву, да тоже под соусом». Делать нечего, пришлось спасти свою голову. Повар решился исполнить приказание. Вошел в комнату принцессы и рассказал ей о том, что ему велено ее зарезать. «Делай, что велено», — говорит ему королева, опуская голову. «На том свете я увижусь со своими детьми, которых так любила. Ведь королева думала, что их уже нет в живых». «Нет, нет, сударыня», — отвечал повар, тронутый ее речами, — «не буду я вас убивать. А с детьми вы увидитесь в моей каморке. Я их там спрятал, а старую королеву я опять обману. Вместо вас подам ей молодую лань».
Взял он ее за руки, повел в свою каморку и оставил там с детьми, а сам пошел готовить лань. Старая королева скушала ее с таким аппетитом, как будто это и вправду была ее невестка. Она очень радовалась своей проделке. А сын уже, когда он возвратился, собиралась сказать, что ее молодую жену и детей загрызли волки. Однажды вечером бродила она по своему обыкновению по всему замку, как вдруг услышала голоса светлого дня, ясной зорьки и молодой принцессы. Людоедка пришла в бешенство от того, что ее обманули. На другое же утро с криками, от которых затрепетали все слуги, приказала она вынести на середину двора большую конушку, наполнить ее жабами, ящерицами, змеями и ехиднами, и бросить туда королеву с детьми, повара с поварихой и их служан. Только палачи схватили их и повели к конушке, как вдруг неожиданно, негаданно, верхом на коне въехал во двор король. Удивился он, что эта конушка во дворе делает. Никто не посмел рассказать ему правду. И в досаде на свою неудачу людоедка сама бросилась в конушку головою вниз. Там она и погибла. Король очень огорчился, потому что все-таки она была его мать, но живые, здоровые и веселые супруга и дети вскоре его утешили. Вот такая замечательная сказка о спящей красавице.